Молоть почти всех видов рыб все лето держится на прибрежных участках, заросших водной растительностью. А там, где плавает малек, собираются и хищники, такие, к примеру, как окуни. У них выработана своя тактика охоты на малька. Группируясь в большие стаи, окунь преследует укрывающегося среди растительности малька, издавая при этом характерное чавканье. Стайки малька, спасаясь от преследователей, в рассыпную устремляются к поверхности воды. Часто эти баталии перемещаются на середину реки, и тогда в бой уже вступает авиация – чайки и крачки. Они собираются со всей реки, подгоняемые желанием принять участие в пиршестве. Стайки малька рассыпаются, устремляясь в травянистые заросли. Окунь поспешно ретируется в толщу воды. Охота прекращается и наступает временное перемирие. Иногда окунь меняет тактику охоты. Собирается в местах впадения мелких ручьев или проток в основное русло. Он ждет, когда стая малька сама выйдет на него. В период ожидания часть стаи погружается на дно, а другая несет боевое дежурство в толще воды. Как только мальки выходят из укрытий, стая окуней стремительно атакует добычу. Поохотиться на мелководье часто приходят и щуки некрупного размера. В отличие от окуня, щука не стайная рыба, и охотится она в основном из засады. Как устроить западню мелкой рыбешки, каждая щука выбирает сама. Способов поиска добычи и нападения в ее арсенале предостаточно. Нередко в местах скопления мелкой рыбы уживаются сразу несколько хищниц. Как правило, они одинакового размера. Главное, чтобы пищи было в достатке. Щука довольно любопытна и не может подолгу стоять в засаде, ожидая, пока ужин сам приплывет к ней. Особо нетерпеливые охотницы сами направляются в гуще суетящейся мелочи, выхватывая из толпы зазевавшуюся рыбку. Крупные щуки в поисках добычи стараются найти глубокие места для разбоя. Затопленное дерево на дне, прикрытое оторвавшимися водорослями, идеальная засада для крупных щук. Такое убежище нравится не только щукам. Здесь могут прятаться и подлещики, и плотва, и красноперка. Собственно, на них щука и охотится.